Здравствуйте. Это программа «Северсталь Новости». И вот главные темы выпуска сегодня. Более 300 человек были задержаны в состоянии алкогольного опьянения на площадках компании в первом квартале этого года. В мае алкотестеры заработают и на проходных «Северсталь Метиза». Большая мощность, шире возможности, новые клиенты. На Череповецком медкомбинате готовится к реконструкции 4-х клетьевого стана. Мастер-классы для юных спортсменов и зрелищный матч с любителями. Хоккеисты клуба «Северсталь» с толком провели 2 дня в Оркуте. Но сначала о главной теме этой недели. Годовщину Великой Победы отмечают по всей стране. «Северсталь» традиционно принимает самое активное участие в празднике. Так, в доме отдыха Торова привели в порядок стеллу. Она установлена на месте, где в 42-м был сформирован гаубичный артиллерийский полк. В Торово же для ветеранов устроили праздничный концерт. Совет молодежи стального дивизиона тоже пригласил в гости заслуженных пенсионеров. Получился настоящий вечер воспоминаний за чашкой чая и вкусными пирогами. И эта встреча не последняя. До 2015 года, когда будет отмечаться 70-летие Победы, молодежь проведет еще несколько таких встреч. Традиционно «Северсталь» оказывает и материальную помощь участникам Великой Отечественной и других боевых действий. Ко Дню Победы работникам и ветеранам компании выплачено более 1 300 000 рублей. На Череповецкой промплощадке продолжается установка алкотестеров. В мае в полноценный режим они будут введены на проходных «Северсталь Метиза». Приборами оснащены все 3 действующих КПП предприятия, а также турникеты в заводоуправлении. Все они работают в тестовом режиме для того, чтобы сталепрокатчики смогли научиться пользоваться алкотестерами без сбоев с первой попытки. Дополнительно ведется обучение персонала по разработанной инструкции. Учтя опыт товарища из ЧРМК, мы установку и подключение алкотестеров вели поэтапно, чтобы не было большого скопления народа и все-таки, чтобы рабочие люди могли научиться правильно проходить систему алкотестирования. В зданиях завода управления ЧРМК также были установлены алкотестеры. Новые правила прохода через турникеты начнут работать уже в мае. Напомним, первым административным зданием, где появились алкотестеры, стала дирекция по персоналу. Важность системы алкотестирования подтверждает статистика. В первом квартале на площадках компании было задержано более 300 человек в состоянии алкогольного опьянения. Большую мощность, широкие технические возможности, а главное – новые рынки сбыта. Все это получит Череповецкий медкомбинат после реконструкции 4-х клетевого стана холодной прокатки. «Северсталь» подписала контракт с известной немецкой компанией, которая поставит самое современное оборудование, выполнит монтаж и наладку, обучит персонал, проведет запуск оборудования и вывод стана на проектную мощность. Тендер проходил достаточно долго, потому что очень тщательно подходили к выбору поставщиков. Участвовали ведущие металлургические компании «Даниэли», «СМС Симак» и «СМИ». Они все, в принципе, достойны, мировые лидеры, но мы остановились на СМХ-СИМАК. В первую голову, наверное, из-за того, что послужили референции с Магнитогорского комбината, где недавно СМС также произвел запуск и достаточно успешно стана тоже холодной прокатки. Поэтому остановились на СМХ-СИМАК и, думаю, это та фирма, с которой мы хотим его построить. Качественный и широкий холоднокатанный лист, который будет делать стан после реконструкции, будет весьма востребован на рынке. В такой продукции нуждаются производители бытовой техники и автопром. Более подробно о том, как будет проходить реконструкция 4-х клетевого стана и о том, какие конкурентные преимущества получит «Северсталь», в нашей программе рассказал мастер производства плоского проката Валерий Антонов. Подробности в рубрике «Интервью». Здравствуйте, Валерий Юрьевич, мы рады приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте, Ирина, очень приятно, позвали меня. Валерий Юрьевич, может быть, дилетантский вопрос для профессионала, но не все у нас специалисты-прокатчики. Объясните, пожалуйста, значение 4-клетевого стана для производства. 4-клетевой стан холодной прокатки. Это первый стан на Череповецком металлургическом комбинате холодной прокатки. Запустился он в 61-м году.
На то время он был один из самых современных и передовых в СССР. На сегодняшний день, к сожалению, прошло более 50 лет. Стан устарел морально, физически. Потребители требуют все лучше подката, как по чистоте поверхности, по допускам прокатки, по качеству отделки поверхности. И настало время этот стан реконструировать. То есть превратить из этого стана стан лучший в мире с последними наработками всех мировых фирм достижений. А если говорить в цифрах, насколько увеличится производительность, насколько улучшится качество? Значит, в цифрах, цифры следующие. Сейчас примерно в год мы катаем 1 100 000 тонн. Предположительно, после реконструкции мы будем катать 1 300 000 тонн. То есть на 200 000 тонн увеличение производства. Но есть одно но. Сейчас стан катает в основном неответственный металл. Пятиклетевой катает ответственный, четырехлетевой неответственный. После реконструкции он будет катать ответственный металл от первой группы отделки поверхности. Если кто не знает, могу пояснить. Это лицевые детали автомобилей. Toyota, Renault, Volkswagen, возможно, Mercedes и так далее. То есть то, что блестит и сверкает, и на что мы смотрим в первую очередь. Это белая техника, холодильники, стиральные машины. Многое-многое, что в народном хозяйстве. Вот это его задача, первоочередная после реконструкции этого стана. Правильно ли я понимаю, что дело даже не в объемах производства, а в качестве? В основном в качестве, да. На сегодняшний день некоторые потребители нашего металла отказываются от четырехлетевого, потому что не те допуска по точности прокатки, не та планшетность и чистота металла. Поэтому пятиклетевой на данный момент перегружен. Четырех недозагружен. Чтобы убрать вот этот дисбаланс и увеличить производительность, сделать качественный подкат, мы идем на эту реконструкцию. Я знаю, что реконструкция будет вестись в условиях действующего производства. Какие трудности в связи с этим вы ожидаете и как планируете их решать? Работать будет пятиклетевой, остальные агрегаты. Мы готовимся к этому, расчищать будем места. Определен генеральный подрядчик, кто будет это делать. Обговариваем графики, как будем делать. Мое мнение, главное начать сломать, а потом построим. Сложного ничего нет. Фирма это делала не раз. Единственное, для нас это, да, новое, тяжелое. Но мы вместе, думаю, достигнем. Валерий Юрьевич, можно личный вопрос? Я знаю, что вы уже пенсионер и вот остались на производстве именно для того, чтобы осуществить реконструкцию четырехлетевого стана. Можно сказать, что это, в общем, финальный проект вашей профессиональной карьеры. Хотелось бы построить такой стан, чтобы вот наши потомки, ребята, через 20-30 лет сказали, вот деды строили, вот это автоматика. Да, я пенсионер, но вот остаюсь именно из-за этого стана. Хочется очень, потому что богатый опыт у меня, именно как технологу научить придется кардинально, персоналу кардинально придется переучиваться. Все в автомате, компьютеры, человеческого фактора нет. Хотя наши технологи, конечно, самые грамотные в мире, но тем не менее. Хочется помочь, обучить, рассказать, пустить и со спокойной совестью пойти отдыхать. Большое спасибо за интересную беседу. Остается только пожелать удачи и вам, и вашему коллективу. Спасибо большое. Какие очаги опасности существуют на предприятиях «Северстали»? Где и когда работникам нужно быть особенно внимательным, чтобы не получить травму? Об этом можно узнать в свежем номере корпоративной газеты. О других событиях расскажет наша рубрика «Новости» короткой строкой. На Череповецкой промплощадке установлены ящики для благотворительности. Они появились в 5 столовых на территории Черемка. Сбор средств проводится в рамках программы «Дорога к дому». Акция приурочена к Международному дню защиты детей. До конца мая она проходит и в других городах присутствия компании.
Работники «Северсталь Торчермета» приняли первый коллективный договор. Он будет действовать до мая 2016 года. Его действие распространяется на сотрудников Череповецкой площадки предприятия, а это около 700 человек. Во многом принятый документ похож на колдоговор «Северстали». Он также состоит из 10 разделов. Главные из них касаются оплаты и охраны труда, занятости, социальных льгот и гарантий. Необычный волейбольный матч провели работники Карельского «Акатыша». Фабриканты сыграли со своими подшефными – старшеклассниками Костомужской гимназии. Участники игры надеются, что такие спортивные встречи станут хорошей традицией. «Порхать как бабочка, жалить как пчела». Эту знаменитую фразу Мухаммеда Али вспоминали в Костомукше, где состоялся традиционный турнир по боксу на призы Карельского «Акатыша». Уже в 7-й раз этот праздник спорта объединил и юных спортсменов, и прославленных мастеров кожаной перчатки. Подробности в нашем сюжете. Скорость, реакция и выносливость. Без этого на ринг выходить бессмысленно. Юные боксеры уже хорошо знают, что такое пропущенный удар. Борьба не шуточная. Болельщики, тренеры, каждый поединок они кричат так, будто это последний бой. Про накал страстей многое могут рассказать почетные гости, боксеры, чьи имена гремели на весь мир. Например, Николай Разумов, чемпион СССР по боксу. Его бои с американцами были не просто спортивными. Нас вызывали в ЦК, прежде чем вот этот матчевую встречу. Да нет, гарантию, давайте нам гарантию, что, ну, можно выиграть, там ЦК говорит, надо, можно выиграть баскетбол, там, положить на лопатки, а тут надо бить им морду. Прямо таким текстом и говорили. К счастью, турнир в Костомукше от политики далек. Стоит прозвучать финальному гонгу, и соперники жмут друг другу руки и расходятся мирно и по-дружески. Однако это вовсе не значит, что городской турнир на фоне известных соревнований проигрывает. Эмоций здесь хватает. И участники, и гости уверены, что уровень соревнований достойный. Именно поэтому с каждым годом приезжает все больше спортсменов, например, из Финляндии. Я был на многих турнирах, и я видел их, сам участвовал, и поэтому очень все грамотно проведено, в высоком уровне, поэтому вы молодцы. Раньше, когда мы приезжали, в первое время было не так уж, сейчас уже видно, что опыт есть. Интересно то, что ребята каждый раз, местные организаторы, они придумывают что-то дополнительное по сравнению с предыдущим турниром. Вот в этом году они очень хорошо придумали шоу «Встреча сборных команд Финляндии и России». Это было очень здорово. Судя по участникам, которых в этот раз больше сотни, Костомукский турнир по боксу только набирает популярность. Не последнюю роль в этом играет Карельский «Акатыш». Руководство комбината считает своим долгом поддерживать этот спорт. Карельский «Акатыш» поддерживает все знаковые, крупные спортивные события в нашем городе. А как раз турнир по боксу является таковым. Кроме того, в нашем городе этот вид спорта очень популярен. У нас созданы хорошие условия для занятий боксом. Хороший зал, который мы, кстати, тоже помогали строить. Турнир закончился, гости разъехались, чтобы затем снова вернуться в Костомукшу. Неважно, кто и сколько увез с собой наград. Главное, что у спорта появились новые поклонники. А значит, в следующий раз участников может стать еще больше. А в Заполярье завершился хоккейный турнир между командами структурных подразделений «Воркута-Уголь». 7 команд спортсменов-любителей в течение месяца боролись за звание сильнейших. С завершением турнира участников поздравил генеральный директор «Воркута-Уголь» Сергей Ефанов. С каждым годом все лучше и лучше становится, поэтому будем это все продолжать. И победил в этот раз сильнейших. Всех вас поздравляю. Лучшие игроки были награждены памятными подарками. Приз за 3-е место вручен команде «Шахты Заполярная». Вторыми стали спортсмены исполнительного аппарата. Первое место завоевали хоккеисты «Шахты Варгашорская». После завершения финальных встреч на лед вышла сборная «Воркута-Уголь». Соперниками любительской команды стали профессиональные хоккеисты. В течение 2 дней ребята из клуба «Северсталь» гостили в Заполярье. За это время они успели сыграть с «Гранниками» и провести мастер-класс для юных хоккеистов. На льду сборная «Воркута-Уголь» и гости из Череповецкой «Северстали». Первые 2 периода профессионалы позволили заполярным хоккеистам лидировать в счете. Но уже в 3-м игра в поддавки закончилась 17-13 в пользу череповчан. Для воркутинских хоккеистов такие товарищеские встречи – хороший стимул совершенствовать свое спортивное мастерство. Прибавить скорости в технике, как бы, в
командной какой-то игре, как бы, более сплоченным быть. И тогда все будет, мне кажется, хорошо. Тут главное играть, получать удовольствие от игры. Вот как бы играют неплохо, стараются, бьются. На следующий день гости дали мастер-класс для юных хоккеистов Воркуты. Маленькие спортсмены старались выполнить все указания старших товарищей, а те, в свою очередь, примерили на себя роль тренеров детской команды. Обе стороны остались довольны проведенным уроком мастерства. Они нам помогают развиваться, дают пример нам, то, как нам надо будет играть в будущем. Ну, нам нравится вот это, мы любим вот такое. Я считаю, что такие мастер-классы полезны, обучающие в сфере хоккея, и мы должны смотреть, как играют звезды. Звезды раздали автографы и подарили юным спортсменам памятные подарки. Принимающая сторона выразила надежду, что такие поездки в Воркуту для игроков хоккейного клуба «Северсталь» станут доброй традицией. Это была программа «Северсталь новости». Следите за событиями с нами, так мы сможем достичь большего вместе. До встречи через неделю.